Начинаем розыгрыш 181-го тиража лотереи 6 из 36. Напомню правила лотереи. В ваших билетах уже зачеркнуты 6 чисел. Из лототрона выпадет 6 шаров. Так что всего за несколько минут каждый обладатель билетов лотереи 6 из 36 может выиграть денежный приз. Ну а если в вашем билете совпадут все 6 зачеркнутых чисел, то в этом случае вы выиграете суперприз! Призовой фонд 181-го тиража составляет 6 422 тысячи рублей. Суперприз этого тиража – 9 608 270 рублей. И мы запускаем лототрон. Ждем первый шар. Шар номер 32. Номер 32. Шар номер 29. Номер 29. Шар номер 28. Номер 28. Шар номер 34. Номер 34. Шар номер 23. Номер 23. Шар номер 26. И последний шар номер 26. Из лототрона выпало 6 шаров, сейчас я повторю их номера, вы внимательно проверяйте ваши билеты. Итак, выигрышная комбинация тиража состоит из следующих номеров. 32, 29, 28, 34, 23, 26. 6 чисел из 6 сегодня ни у кого не совпали. Суперприз не разыгран. Результаты розыгрыша сегодняшнего тиража вы видите на ваших экранах. С ними также можно ознакомиться на нашем сайте stoloto.ru. Розыгрыш 181-го тиража лотереи 6 из 36 завершен. Суперприз следующего тиража – 10 598 370 рублей. Ну а в следующем 182-м тираже лотереи 6 из 36 вас вновь будут ждать тысячи денежных призов и, конечно же, суперприз. А вот и Вика присоединяется к нам, чтобы исполнить финальный аккорд нашей программы. Предлагаю исполнить его вместе, потому что мы с тобой ансамбль. Дуэт. А дирижировать ансамблем позвольте мне. Раз, два, три. Дорогие друзья, в эти суровые февральские дни мы хотим пожелать вам гармонии, тепла и любви. А еще хорошего настроения, лотерейных побед и подарков. Кстати, на сайте stoloto.ru проходит праздничная игра-квест. У вас есть шанс выиграть сертификаты на покупку ювелирных украшений, ноутбук, смартфоны и главный приз – весенний круиз на двоих. Участвуйте! Ну а мы с вами увидимся ровно через неделю, в следующую субботу в 8 часов 20 минут утра на телеканале НТВ в программе «Зарядись удачей!». До встречи, друзья! Пока! С любовью, ваш голос.